Как только начался ледостав, люди пошли, заядлые рыбаки, на лед. На данный период времени у нас действует запрет выхода на лед в городе Череповце. То есть постоянно проводятся рейды совместно с полицией и со спасательной службой. Вот, ГИМС. Проводятся постоянно замеры льда, устанавливаются запрещающие аншлаги в местах выхода людей на лед. Сейчас на Ягорбе толщина льда от 2 до 5-6 сантиметров. Это недопустимо, да, выходить, то есть запрет, когда вся акватория покроется льдом от 7 и выше. Штрафы от 1000 до 3 мы выявляем эти нарушения и передаем в комиссию. То есть комиссия уже выносит постановление. Это я другу дам. Нашли и сознательных рыбаков, которые, не нарушая запрет, могут насладиться зимней рыбалкой. Здесь есть мостки, и рыбаки ловят с них. Глубина здесь небольшая, толщина льда уже 10 сантиметров. Этим рыбакам выдали предупредительные листки. Рисковать-то зачем? Да мы не рискуем. Зачем рисковать-то? Если мы... люди летом ходят по этим мосткам. Мосткам-то еще ладно. На лед что-то рисковали. Один час вот тут уже наросло, тут уже 10 сантиметров. Запрет снимется, она выжимает воду. На всей акватории больше 7 будет, вот тогда запрет снимется. Да тут 10 уже. Я говорю не повсеместно, когда больше 7 будет. Здесь мы, 10, мы, а там 2. Мы же туда не ходим. Я рыба, что ли, это не знаю. Я просто хожу отдыхать, свежим воздухом подышать. То есть вы как действуете? Вы сначала проверяете толщину? А как же? Все, я туда пойду, если тут вот маленько есть, клюет. Да. Я не хожу никуда. Сорожку мы ловим. Сорожку? А кошки? Кошку тоже надо кормить. А у берега тут провалится, и то ничего не будет. А сколько здесь? А полметра. Это вот все, что тут ловится, да? Максимум. Да, маленько. А вам куда она? Потом. За щукой ехать. За щук. А куда за щукой? Ну, на озера. Такая толщина льда, которая сейчас на речку вы бы пошли? Туда? Нет. Почему? Ну, тонкий лед. С мосточков можно. А вы что меня снимаете? Я не на льду. Схитрили, да, получается? Да ну бросьте, мы не хитрили. Чуйка, наверное, есть. А понимаете, вот ничего не держит. Вот охота и все. Это беда. И стоит ради вот этого жизни? Ну, я, какая жизнь у берега, так что тут? По-любому выползу. Я туда ведь не пойду. Зачем мне это, на? Зачем рисковать? При вас случались когда-нибудь случаи такие несчастные? Да я сам сколько раз нырял. Бывали. Я сам не раз в камешник ездил. Ну, раза 3-4 проваливался. Да ничего, выжил. Ой, скорее бы замерзло. По-настоящему.